Погиб заместитель руководителя Следственного комитета Энгельса. Трагедия произошла ночью 20 октября на мосту через Волгу. Евгений Куракин, управляя автомобилем Volkswagen Passat, столкнулся с движущимся навстречу Nissan Тиана. Сотрудник Следственного комитета погиб на месте. Владельца японского автомобиля спасатели извлекали с помощью спецоборудования. 18-летний водитель получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. По словам очевидцев трагедии, в это время на мосту велись ремонтные работы, и один из участников аварии объезжал рабочих. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются истинные причины трагедии.